Светлые гости на Светлом радио. Я приветствую всех слушателей Светлого радио, а также зрителей, которые могут нас смотреть. Мы начинаем программу «Светлые гости на Светлом радио». И сегодня у нас в гостях два пастора из Израиля – Евгений Тайц и Евгений Афанасьев. Два Евгения. Если мы Евгения Тайца достаточно хорошо знаем, то Евгений Афанасьев – новый человек у нас на радио. Он пастор церкви «Живое слово Израиля». И, конечно, в свете последних событий в Израиле хочется вас спросить, какая там сейчас ситуация? Утихли ли выстрелы? Как вообще живется там? Я в Израиль переехал чуть больше года назад. К ситуации военной ты, в общем-то, привыкаешь. Тем более, что правительство Израиля и вкладывает приличные средства для того, чтобы как-то обезопасить народ и сохранить в этой ситуации. Поэтому, конечно, каждый, приезжая в Израиль, может прочувствовать даже на ценах в Израиле, на налогах, потому что все это идет, в общем-то, на то, чтобы снабдить оборону Израиля для того, чтобы каким-то образом сохранить людей. Вот, даже в свете последних событий. Довольно небольшие потери, которые понес Израиль в виде людских жертв, скажем так. Вот, всего 5 или 6 человек погибло, хотя где-то 1500 ракет было выпущено. Таким образом, правительство, хочет сохранить Израиль и пределы Израиля. Светлые гости на Светлом радио. Больше всего, конечно, переживаешь за детей в этой ситуации. Да, конечно. Не столько за себя, сколько за детей. И, конечно, хотелось бы, чтобы этот конфликт каким-то образом разрешился, хотя ты понимаешь, что перспектива разрешения этого конфликта, выглядит не так ясно, и ты даже не знаешь, каким образом его решить, потому что конфликт очень давний. Можно понять как одних, так и других, скажем, в этой ситуации, хотя, если с той стороны есть определенные террористические и экстремистские какие-то заявления и попытки нарушить покой людей, то со стороны Израиля это только то, чтобы как-то обезопасить. Защититься. Да, как-то защититься, да. Евгений Львович, вы уже 13 лет, я знаю, живете в Израиле. Насколько ситуация изменилась вот за это время? Есть ли вообще изменения? Я приехал в Израиль в 2000 году, хотя я уверовал в 95-м. И в Киеве я киевлянин, и я здесь родился, вырос, здесь уверовал, и здесь же начал служение. И служил в центрах реабилитации для наркоманов, служил помощником пастора здесь, одной из киевских церквей. И потом неожиданно просто, хотя я еврей, в Израиле я еврей чистый, получается, и по маме, и по папе, но здесь я не чувствовал себя евреем, я вырос в нееврейской семье, так скажем. Только в 16 лет узнал, что мы вообще евреи, это скрывалось. И в 2000 году мне Бог проговорил, что я должен туда ехать и начинать служение для наркоманов, а потом и начинать там общину. То есть церковь. А вы в Киеве уже были пастором? Я был помощником пастора, да. Я сопротивлялся, не хотел, не понимал. У меня здесь... Я был на полном служении, у меня квартира была. И тут Бог говорит ехать. И мы с женой, тогда у нас детей еще не было. И мы с женой помолились, пошли ко всем пасторам, знакомым, подтверждение. Я сопротивлялся, думал, что атаки, куда мне ехать. В общем, в результате Бог призвал. И я приехал в Израиль. Нет у меня там родственников, никого, мы вдвоем с женой приехали. Почти ни копейки денег в кармане, но есть слово от Бога, которое сказал, что нужно ехать и служить. И мы приехали, как раз началась вторая антифада, то есть это восстание палестинцев в 2000 году. Мы, когда были на теплоходе из Одессы плыли, уже за сутки до прибытия нам объявили, началась там война. И мы приехали в Хайфу, оттуда нас на такси отвезли в Иерусалим. И мы приехали ночью. На утро мы поднялись, и я не понял, что происходит. Стрельба из пулеметов. И куда я приехал вообще? Нам все говорили на теплоходе, куда вы едете. Но я как бы не ожидал. И тут такая стрельба. Я аж пригнулся. Я не понял, что происходит. Так это было неожиданно, и так громко, и так рядом. И мне говорят, это за соседней горой. То есть 400 метров. Война идет. А там Вифлеем. И как раз оттуда обстреливали Иерусалим. Там Иерусалимский один квартал. А мы жили рядом. И я смотрю за кругом, и тут вертолеты, выстрелы из танков, прямо как будто ты... И я понял, что это не кино. Мы 2 ночи не могли спать из-за взрывов и выстрелов, просто из-за шума. Вертолеты над головой, взрывы, ракеты, и все это вспышки в небе. Это было настолько неожиданно после спокойного Киева. Но со временем оно где-то месяц продлилось. Потом самое, конечно, неприятное,
автобусы начали взрываться. То есть смертники взрываются с людьми в автобусе. Я сижу дома, выхожу вот на улицу, и вот через 3 остановки автобус взрывается. Дети ехали в школу. В автобусе было в районе 50 человек, из них человек 30 было детей, школьников, ехали в школу. Он взорвался вместе с детьми. Вот, и очень много погибло. И это, конечно, шокирует. Вот эта ситуация, она заставляет задуматься вообще, что такое жизнь, кто я. Потому что я могу называть себя верующим, я могу называть себя кем угодно. Но когда ты сталкиваешься лицом к лицу с ситуацией, куда ты действительно пойдешь, можешь через секунду с тобой может что-то случиться. Да. Тебя могут взорвать, тебя могут застрелить, тебя могут что-то сделать. И только Бог, и ты понимаешь, что как тебе нужно быть с Богом. Светлые гости на Светлом радио. Конечно же, я думал, зачем я сюда приехал. Но я четко знал, что это Бог мне сказал. И это слово, я до сих пор на нем стою. И только, видите, через 12 лет, через 11 лет, потому что год назад я только начал общину там. А до этого времени я служил в центре реабилитации, открыл там и служил, и много людей. И не было возможности начинать общину, Бог не сказал. И только вот через 12 лет я вошел как бы в то слово, которое мне Бог сказал в 2000 году. Но сама ситуация со взрывами, ты привыкаешь к этому. С другой стороны, ты видишь милость Божью над народом Израиля. Ты видишь со стороны правительства заботу. Для нас было неожиданностью, мы приехали, нам прислали такие пригласительные, сказали, придите в такое-то место, мы пришли, нам дали противогазы запечатанные, все. Почему? Дали липкую ленту, обклеить комнату, если химическая атака. Я подумал, это все серьезно. Здесь каждый день война. Но как Бог хранит Израиль? Я, к сожалению, нехорошо знал историю Израиля. Я только в Израиле начал изучать. Я увидел, что Израиль малым количеством побеждал просто гигантские армии за короткое время. И это реально много чудес, есть свидетельств людей. И вот даже последние обстрелы, 5 человек, по-моему, погибло, 2 солдата и 3 гражданских. Это чудо, потому что больше 1500 ракет было выпущено по населенным пунктам, по детским садам, по школам. И такие количества жертв, это просто Божья благодать. Поэтому я так могу сказать, я вижу руку Божью над Израилем. И народ видит чудеса, которые Бог делает. Мы, верующие в Ишуа, там молимся за страну, мы молимся за народ, мы молимся за наш народ. И мы молимся за нашу землю, которую Бог обещал нашим отцам. Светлые гости на Светлом радио. Мы возвращаемся в нашу студию. Сегодня у нас на Светлом радио гости из Израиля. Пасторы Евгений Тайц и Евгений Афанасьев. Еще раз приветствую вас. Евгений Львович, хотела бы у вас немного расспросить о вашей церкви. Вы говорите, что только год, как создана ваша община. Немножко, как это совершилось? Какие есть служения? В 2000 году я приехал, и в 2003 году мы начали служение реабилитационного центра. То слово, которое мне Бог сказал, и почему я туда поехал, там очень много русскоязычных евреев, которые попали в проблемы наркомании. Некоторые приехали уже наркоманами, а некоторые там уже стали. И это проблема. Там есть американские служители, но проблема языковая. То есть они проповедуют по-английски или на иврите. К сожалению, наркоманы русскоязычные, они иврит плохо знают. Только сленг и все. А слушать Слово Божье на иврите для них тяжело. Это одна из была причин, почему, я думаю, Бог меня туда призвал. На то время уже было 5 лет почти опыта служения в наркоцентрах. И в 2003 мы начали центр. И тогда мы просто брали людей с улиц. И начинали им служить. И Бог нам дал благодать. И много людей вышло из этого центра реабилитации. Много спаслось. Год назад, как раз на Суккот, на еврейский праздник, мы провозгласили новую общину, «Живое слово Израиля». И когда мы начинали, у нас было 3 человека. Мы начинали с маленькой домашней группы. У нас сейчас в районе от 40 до 50 человек. Это хороший прирост, кстати. То слава Богу, что так Бог дает благодать. Большинство людей – это люди, которые приняли Ишуа там, в Израиле. Почему? Потому что большинство церквей, которые есть в Израиле, они состоят из верующих, которые приехали уже верующими. Так. И новых людей из Израиля очень мало. Но Бог дал такую благодать, чтобы брать людей с самых низов и поднимать их. Поэтому у нас там сейчас, как я сказал, уже от 40 до 50 человек посещают наше собрание. Начали мы регулярные служения в Иерусалиме в зале проводить с февраля
2012 года. Мы открывали общину, приезжал Анатолий Петрович Гаврилюк, епископ харизматического движения, и из Николаева епископ, там Олег Щербаков, и из Америки несколько человек рукополагали официально, мы провозглашали общину. Вот. И служения у нас обычные. Мы проводим шабаты, мы проводим их в пятницу. У евреев же не обычный народ. У евреев день начинается вечером. Вот. Поэтому суббота у нас начинается в пятницу. И мы проводим служение по пятницам. Мы хотим быть частью нашего народа. Одно из вещей, в которые, я верю, мне Бог открыл, мы не можем им принести европейскую культуру, навязав им европейскую культуру, чтобы они стали европейцами и потом христианами. Это одна из, я думаю, ошибок, почему церкви не растут в Израиле. Потому что приходят с западной музыкой, с западной системой, с западной моделью, и она не работает. Но мне Бог дал такое слово в Деяниях, когда Петр встал. Помните, да, там написано, был набожный народ, весь с разных концов земли, верующие. То есть это были ортодоксальные верующие. Они пришли на праздник, он встал и говорит, мы не пьяные. И он говорит, и он обратился, мужи и братья. И они все его слушали. И в конце они умилились и сказали, а что же нам делать? Вот это обращение, он сказал, мужи и братья, именно братья. Хотя они не были, мы же обращаемся к братьям и сестрам, к христианам. Мы не говорим к неверующим, брат. Никто не говорит. А он обратился к ним, к неверующим, как братья. И я увидел в этом сердце Петра, он чувствовал свой народ, как свой народ. И удивительная вещь, народ Петра чувствовал своим. И я верю, что наша задача, то, о чем мы молимся, чтобы мы, верующие в Ишуа, стали частью народа. То есть, когда община Божья станет частью народа, тогда народ станет частью Божьей общины. Светлые гости на Светлом радио. Есть ли какие-то свидетельства о вашей церкви? Так как у нас где-то на 50% контингент это бывшие наркоманы в общине, у нас молодая община по возрасту, в среднем от 30 до 50 лет, вот так могу сказать. Конечно, у нас есть и 60, и 70 лет, есть несколько таких бабушек хороших еврейских, вот, и есть молодые. И свидетельства такие. У нас есть много достаточно людей, которые были фактически уже при смерти. Из-за гепатитов, таких формах уже циррозы печени, туберкулезы. Были с синдром, как он, ВИЧ. ВИЧ, да. Вот. И очень много таких людей было. И уже врачи говорили, что все, им уже, они уже, им уже потеряны. Говорили, что все, уже ничего не помогало. И молитвы. Я могу сказать, у нас есть 3 исцеления туберкулеза, при том в крайних формах. Просто по молитве, без медикаментов, вот так в течение недели пришел, молились, через неделю делают чистые легкие. У нас есть, ну, наверное, человек 10, которые исцелились от гепатита Б и С в самых таких сложных формах. Просто был и нет. Притом в Израиле диагностируют гепатит 26 генотипов. И очень глубоко. То есть там есть и И, Б, С, Д, и дальше есть гепатиты, которые они находят. И они сказали, что у вас нет гепатита. То есть у нас есть реально медицинские подтверждения у людей. И самое важное, что я вижу, это не исцеление, хотя это важно, но я вижу преображение людей, изменение сердца, изменение жизни. И я верю, люди обрели судьбу. То есть это люди, которые были приговорены на смерть, и Бог отменил приговор и дал им жизнь. И сейчас у нас за последний год было много свадеб. И до этого были свадьбы. Сейчас у нас уже дети есть, уже как бы из этих семей, из этих людей, которые не должны были бы уже жить. Вот у нас недавно у одного брата родился ребенок, и мы благословляли его. И в августе 2 родилось, и мы благословляли. И здоровые дети, и хорошие семьи, и... Это, когда я вижу это, я просто смотрю, что как Бог может взять человека, который... Их бы уже не было бы. 5 лет назад этих людей бы не было бы в жизни. И это не просто, а может быть. Это точно бы не было. И у них нет сомнений, и у врачей нет сомнений, и я видел их. И тут Бог повернул и не просто их исцелил, а люди сейчас служат Богу. У нас группа прославления, у нас 4 человека в группе прославления, 3 из них бывшие наркоманы. Вот, и...
У нас детское служение занимаются люди, тоже бывшие, и группа «Порядка» занимаются, и евангелизируют у нас люди. Но не просто они, знаете, вот так вот верующие. Мы... Израиль тяжелая страна, и финансово нужно много работать. У нас все люди работают. Эти бывшие наркоманы, которые никогда не работали, которые были отлучены социально от общества. Светлые гости на Светлом радио. В Израиле, когда человек совершает правонарушение, у него все фиксируется в компьютере. Неважно, воровство мелкое, крупное, сколько раз сидел, сколько раз привлекался и так далее. Все зафиксовано. Есть так называемое удостоверение о благонадежности. Когда ты идешь устраиваться на работу, тебе говорят, иди в полицию, возьми. И это удостоверение у обычного человека, оно, вот я вам покажу, вот такого вот вида. Вот такая бумажечка. И здесь написано, что нету там нарушений. Вот, ну, вот такой вот. У наших людей, когда они берут, у них как карта Израиля. Видели карту Израиля? Вот такая простыня. О, боже. Вот такая, я вам говорю, 2 метра длиной такая вот распечатка всех их там по 30, по 40. Притом вооруженное нападение на полицейских, грабеж, продажа наркотиков, там контрабанда. Такие серьезные. И они не могли устроиться на работу. И Бог такую дал благодать. Но это невозможно обойти. Это на всю жизнь вот это надо. Да и никто не поверит, что ты изменился. Они приходили на работу, мы молились. У них даже не просили это удостоверение. Они начинали... Слава Богу! Проработали год, два, три, потом они говорят, дайте удостоверение. Они приносили, и те не верили. Что это один и тот же человек. Мы не можем уволить, потому что ты хорошо работаешь. Притом работы не низкие. У нас люди работают на одной из крупнейших в мире фармакологической фирмы. И работают начальниками смен, начальниками, у них подчинение люди. И они работают, выпускают медикаменты наркотические, бывшие наркотики. Допустили? У нас один брат, он сидел здесь, он из Донецкой области, он сидел здесь в тюрьме много лет, такой преступник. Приехал туда и там сидел в общей сложности лет 8. Он отсидел там 5 или 6 раз, там по году, по полтора. Он сейчас работает начальником охраны супермаркета. Вот так вот. Представляете? Сейчас ему подают, чтобы оружие ему выдать. Ну, на разрешение ношения оружия. Серьезно. То есть Бог исцелил, Бог отменил приговор смерти, Бог дал жизнь, Бог дал семью и Бог дал будущее и надежду. Согласно Исаии 29.1. Светлые гости на Светлом радио. Мы возвращаемся к нашей светлой студии. И сегодня у нас светлые гости, пасторы из Израиля. Евгений Тайц и Евгений Афанасьев. Нужно верующим христианам ездить в Израиль? Я бы сказал, это просто жизненно необходимо. Все началось лет 7 назад, когда первый раз я сам приехал в Израиль, посетил. До этого момента я не испытывал такой особой нужды, и я тоже думал, как обычный средний верующий, живущий в России и Украине, которые считают, что зачем ехать туда, если Бога можно пережить здесь. И это ошибочно. Почему? Потому что на самом деле завеса разорвалась, и Господь пошел во все страны, и его можно пережить намного больше, интенсивнее в каких-то других местах. Это действительно так. Но вот вопрос вот этот психологического соприкосновения со святым местом, относительно святым, я имею в виду, что святое место... за счет нас святое, скажем, потому что мы святые в этом отношении, мы его освящаем. Но когда я приехал в Израиль, я вдруг увидел, то есть для меня это был полный переворот. Переворот в том смысле, что со мной, может, это мое субъективное переживание, но со мной разговаривали эти стены, я читал историю, читал Библию, сопоставлял это все. Я понимал, что я соприкасаюсь с чем-то особенным. И я понял вдруг, что... Верующий человек обязательно должен приехать в Израиль. Я уже не говорю о служителях, которые проповедуют Евангелие, потому что большая часть служителей, на, скажем, на языческой территории, они являются продуктом, если можно так в кавычках сказать, шведского, американского, какого-то другого Евангелия. И слава Богу за это, потому что открылся железный занавес, сюда пришли миссионеры, проповедовали, но они все равно проповедовали Писание с... скажем, с каким-то оттенком культуры своей. А когда мы приезжаем в Израиль, у нас появляется возможность получить и увидеть от первоисточника, потому что это еврейская книга. Так. И мы понимаем, кто такие евреи, мы на них смотрим, и мы понимаем, что какой был
хотя бы визуально Христос или же апостолы, что это не были украинцы, русские или шведы или американцы, да, как в голливудских фильмах показывают, что это какие-то такие ребята. Это были восточные ребята, это были евреи. Евреи даже не такие, которые жили на территории России, Украины, которые ассимилировались, да, там в этой местности. Чистокровные иудеи. Полностью семитский народ, да, который живет там. И поэтому просто ради этих вещей очень важно поехать, посетить и дать возможность Богу говорить тебе на этой земле. Потому что то, что ты получишь там, ты не получишь ни в каком другом месте. Это проверено. Я отвечаю за эти слова. Я видел множество людей, которые приезжали, и жизни которых менялись, их отношение к Библии менялось. И вопрос не в том, чтобы сделать их какими-то там проеврейскими. Вопрос в том, что у них появляется возможность увидеть Библию такая, какая она есть, какая она была, потому что оттуда Евангелие вышло, и Библия говорит, что туда оно возвратится. Вот когда ты попадаешь на эту землю, там все видится совершенно в других красках, я имею в виду не только современные мировые, скажем, изменения, да, и процессы в политике, но и духовные вещи прежде всего. Поэтому если человек как-то думает дальше продолжать свою жизнь здесь на земле, как верующего человека, это просто необходимо. Поверить Богу, молиться Ему, и чтобы была такая предоставлена возможность. Мы можем ее предоставить, но есть достаточно других тоже христиан верующих, которые занимаются этим. Надеюсь, что у каждого верующего в жизни будет возможность попасть в Иерусалим, в Израиль. Спасибо всем, кто был с нами. Слушатели и зрители Светлого Радио, прощаемся с вами. До свидания.